Приветствую всех заглянувших! В этом видео я хочу объявить о розыгрыше книги Робера Мерля «Мадрапур». Это не новая книга, это букинистическое издание 1995 года. Издана книга в Киеве, издательство «Фита» на «Ф», в общем. И это книга из серии «Пси 700». Книга в суперобложке, состояние приличное, только вот здесь вот небольшие такие обрывы, хотела сказать, надрывы у суперобложки, а так книга в очень хорошем состоянии, в очень хорошем виде. Внутри вроде бы я никаких ни подчеркиваний, ни пометок, ни дарственных надписей не обнаружила, но, говорю сразу, каждую страницу не пролистывала, поэтому... Если кто-то такой дотошный, то лучше не отмечайтесь в розыгрыше этой книги, потому что не очень потом хочется, чтобы люди, человек, точнее, который получит эту книгу, разочаровался. Вот. Как всегда, условий никаких нет. Просто пишите слово «участвую». Номера каждому участнику я буду присваивать сама. После объявления результатов розыгрыша выйти на связь со мной надо будет в течение 3 календарных дней. Отчет этих дней будет начинаться с момента публикации видео с итогами розыгрыша. Отправка книги будет осуществляться заказной бандеролью Почты России в пределах Российской Федерации. Вроде бы все. И да. Каких-то таких особых условий, как обязательная подписка, репост, еще что-то, этого ничего нет. Самое главное, чтобы эта книга была действительно вам нужна, а не просто так, лишь бы поучаствовать в розыгрыше. Очень бы хотелось, чтобы это издание досталось именно тому человеку, который любит, да, такие книги, такой жанр читать, пробовать я бы не рисковала, потому что здесь либо любишь, либо нет. Но это вот мои такие пожелания. Стоп будет в 12:00 по московскому времени, 16 апреля. Ну и результаты в течение дня. Желаю всем удачи. И это все, что я хотела сказать. В формате этого видео. Еще раз всем удачи и до новых встреч. Увидимся.